Но воды только нигде нет. Я уже не писал, и в обзоре сегодня в одном тоже видел, кто-то чувак упомянул, что типа воды нихуя нет нигде. То есть интересно, как Source 2 выглядит, как они там сделали. А как вообще передвигаться там, ну, технически? Да там ты сам выбираешь, как хочешь. Там три, что ли, сколько способов? Ну там вроде бы, знаешь, вот грубо говоря, как будто ты, блин, не знаю, ну, указываешь цель, куда ты должен передвинуться. Нет, там есть сколько способов, ты выбираешь, там три или четыре. Три или четыре, то есть там вообще как угодно. Ты можешь, по-моему, смешать несколько, то есть ты можешь и одновременно телепортироваться, и двигаться, ну, в общем, там всякое. Ну, спидранеры, да, они, конечно, телепортируются. Ты до спидрана. Ну, прыжки там, естественно, там тоже, то есть ты сам ничего не делаешь, ты жмешь там, куда тебе надо, и он перемещается. Боже мой.